Здравствуйте, в эфире общественного независимого телевидения программа «Горячий гость». И у нас сегодня действительно горячий гость. Горячий гость из горячей точки Украины, из зоны АТО. К нам приехала Татьяна Скопровская, которую все одесситы знают как Далию Северин. Здравствуйте, Далия. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что называется из первых уст, самые горячие, самые последние новости. Как нашим ребятам сейчас в это межвременье погодное и межвременье политическое, военное? Ребятам тяжело. Когда перед моим приездом стреляли, и стреляли через час после того, как я уехала, и я звонила сегодня в дороге, тоже стреляли. Поэтому говорить о том, что тихо-мирно люди не вертят, не так. Это первое. Второе, идут холода. Нужно термобелье, им нужно укрепляться, строить блиндажи. Есть колоссальные потребности в пленке полиэтиленовой, укреплять блиндажи. Есть огромные потребности в гвоздях и во всем остальном. К сожалению, не выделяется, и этого всего очень мало. Одесситы помогать, конечно, могут. И наш офис на Жоновской 3 всегда это можно принести. Сейчас я заметила проблему, от которой я была шокирована. Это отсутствие овощей, отсутствие мяса. Ребята три месяца едят одну тушенку с макаронами. И меня это шокировало, потому что если почитать официальные источники, наша армия живет просто в шоколаде. И каждый день кушает свежее мясо. Это тоже не так. И мы привезли от одесситов консервы, варенье, консервированные огурцы, помидоры и много прочего. Ребята были так рады, и я была счастлива, что могу хоть как-то облегчить их жизнь там. Ребята выполняют очень важную миссию. Они берегут мир на наших улицах, они держат конфликт там для того, чтобы эта инфекция не пришла на наши улицы, не горели наши дома, и не гибли люди в Одессе и в других городах. Поэтому я душой с ними, но тем не менее я понимаю, что моя основная работа должна быть здесь. Вот и в связи с вашим новым видом деятельности, вы как организатор уже известны всей Одессе, благодаря вам женщины Одессы, что называется, поднялись и поняли, чем следует заниматься в это непростое время. А сегодня мы знакомимся с вами как с кандидатом в депутаты Одесского городского совета от политической партии объединения «Самопомощь». Что, собственно говоря, вас подвигло? Я не думаю, что сменить род деятельности, я думаю, что все это будет параллельно, но тем не менее, что вас сподвигло идти в депутаты Одесского городского совета? Вы знаете, я устала верить о том, что что-то в этой стране изменится. Я устала ходить на выборы и отдавать свой голос и не получать результата. Один раз, второй, третий. Я точно так же, как и все одесситы, разуверилась в людях, которые были раньше у власти и которые привели нас к такой ситуации тяжелезной, и в том числе и к войне. Поэтому я поняла, что на сегодняшний день все в наших руках. Я верю Господу Богу себе. В партии «Самопомощь», Объединение «Самопомощь» — это люди, близкие мне по духу, которые имеют со мной такие же цели — изменить, перестроить, укрепить эту страну, и в том числе и начиная со своего города. Причем, наверное, все-таки даже не столько призывами, сколько начинают с себя. Конечно, и конечно. Кто выбрал кого? Вы их или они вас? Выбрали, вы знаете, все-таки «Объединение «Самопомощь» выбрало меня. И наше знакомство было очень интересно. Я за ними всегда следила, очень симпатизировала. Их идеи и способ работы мне близок, мне понятен. Я как юрист, у меня есть высшее юридическое образование, я магистр права с красным дипломом. Я могу сказать, что они все делают абсолютно четко, абсолютно понятно, абсолютно логично. И один раз Александр Барняков, в чьем офисе мы одно время находились, где нас как раз и взорвали, коктейли Молотова закидали, когда мы переехали в другой офис, потом открыли кулинарную сотню, то Александр попросил разрешения прийти с гостями города и показать нашу кулинарную сотню.
Я абсолютно открыта, и почему бы и нет. И он пришел с гостями, они прогулялись по нашему ресторанчику, где готовилась еда в зону АТО. Там было очень колоссальное количество одесситок, которые как пчелки трудились, бегали, летали. Одни пекли тертые пироги, другие перемалывали сало с чесноком и с перцем. А третьи консервировали, делали заправки для борща. И вот в этом шуме гамме эти три человека, буквально находясь 30 минут, сделали выводы о том, что здесь все по-настоящему. И когда они представились, сначала они писались только по именам, я поняла, что кроме Александра Варнякова был еще Лев Подлисецкий и Олег Лаврик, это депутаты Верховной Рады партии «Самопомощь». И они приехали познакомиться лично, и вот буквально за полчаса предупредив, они вот приехали и посмотрели, что я делаю и как я делаю. И в этот же день они предложили мне стать их активистом. Для меня это была большая честь, и я приняла решение о том, что хватит уже ждать чего-то лучшего, возьми и зроби. И была проблема с тем, что наша армия была голодная и раздетая, и мы... Вы, собственно говоря, это и делали, да? Да, то есть возьми и зроби — это принцип моего життя. И вы знаете, это так интересно, я все время думаю, мне спрашивают: Далия Сергеевна, в чем ваш секрет? Вы объединили 1010 одесситов вокруг общего дела, помогли больше 35 тысяч солдат. Я говорю: вы знаете, мой секрет — это вот этот планшет и телефон. И я считаю, что мы очень много сделали. И почему политики, которые были раньше у власти, не делали то же, что и я? Им это было бы проще. У них есть связи, у них есть деньги, у них есть средства массовой информации, но у них не было желания. Почему мой результат больше? Потому что у меня было желание. У меня была энергия, у нас были общие цели. Мы объединяли одесситов, одесситок. Мы трудились и сейчас продолжаем трудиться по 10, 14, 18 часов в сутки. Мы работаем очень много, мы ездим в горячие точки. И я хочу сказать, что я готова потратить время своей жизни для того, чтобы что-то изменить в нашем городе. Татьяна, но вы понимаете, что вы сами себя вставите в достаточно сложное положение. Одесситы знают вас как Далию Северин. Вы Татьяна Скопровская. Что-то заставило вас взять этот красивый псевдоним, но теперь люди придут на избирательный участок, и как им поступить? Я полностью как с вами потеряться? Согласна. Это вот моя душа печет, я очень переживаю о том, чтобы хватило времени людям разобраться, что Далия Северин — это псевдоним Татьяны Скопровской. Меня зовут Татьяна Скопровская, 31 год моей жизни меня звали именно так, и только год я Далия Северин. Этот псевдоним я взяла себе в целях безопасности моей семьи. У меня очень редкая фамилия Скопровская, это редкая фамилия. Я могу сказать, что желание защитить мою семью мной двигало. И Далия, она... Это имя, которое расшифровывается «дальше я», «далия». И это принцип еще моей жизни тоже. Я иду дальше для того, чтобы мир был лучше вокруг меня. Все, к чему я прикасаюсь, чтобы было эффективнее, лучше. И вот, собственно говоря, людям будет... тяжело, наверное, в этом плане, но я информирую всех, кого только могу. Я, Татьяна Скопровская, иду от 16-го округа, это район Черемушки, это Малиновский район, в списке ведомства «Самопомощь». И Татьяна Скопровская — это мое настоящее имя. Очень важно действительно понимать, что в этот день, в день выборов, нельзя ехать на дачу, нельзя заниматься своими делами, нельзя ходить по магазинам, надо отдать свой голос за людей, которые показывают результат своей жизнью, показывают результат своей деятельности, которые эффективны, результативны. Вы знаете, если люди симпатизируют, например, партии «Самопомощь», но не пойдут на выборы, то я бы привела такую аналогию в этом случае. Это когда мы жарим яичницу, а потом от этих же яиц ждем цыплят, их уже не будет. День выборов — это решающий день нашей жизни. Мы не очень хорошо себя проявили, показали нам в день выборов Верховной Рады Украины. Вы знаете, кто прошел. Вы знаете, что это те же люди, которые, собственно говоря, нас к этому привели. Вы знаете, насколько мы сдали свои позиции, патриотические позиции, проголосовав, не пойдя на выборы или проголосовав не за тех.
люди, сейчас в момент истины, это я говорю каждому избирателю, сейчас день истины, пойти проголосовать. Да, тяжело разобраться, что Далия Северин — это Татьяна Скабровская, но люди, которые хотят это сделать, они обязательно разберутся. Мы обновленные одесситы, мы совершенно другие, чем мы были год и два назад. Знаете, для меня очень... Вот этот опыт для меня этого года, он колоссальнейший. С одной стороны, это организаторский опыт, с другой стороны, это мощная деятельность, которую вы развернули в городе, это результат, который мы видим в виде благодарственных писем и отзывов от ребят, которые воюют в зоне АТО. Войдя в Одесский городской совет, как вы планируете дальше развивать свою деятельность? Ведь не со всеми, что называется, у вас одна платформа. Как договориться, как сделать город лучше? Начнем сначала. Во-первых, я человек открытый, я не человек не конфликтный, я открыта к диалогу. Я хочу сказать, самый важный момент – это сначала действительно получить вот им двери и попасть в горсовет. А для этого надо, чтобы очень много людей, которые меня знают, которые со мной работают, их семьи, их друзья меня в этом поддержали. Меня очень часто спрашивают: Далее, я живу в Приморском районе, я же не могу за вас голосовать, у нас будет другой кандидат от партии «Самопомощь». Я говорю: хорошо, голосуйте за другого кандидата, потому что на 50% это будет польза и мне. Почему? Потому что партия должна пройти барьер, и чем больше людей, моих коллег из партии «Самопомощь», таких же активных, таких же оптимистичных, таких же умных, идут в горсовет вместе со мной. Чем больше нас там будет, тем это важнее. По новому законодательству я могу выиграть выборы на своем участке, на 16-м округе, например, для примера, но не пройти в Одесский городской совет только потому, что партия не наберет достаточное количество голосов. Я уверена, что самопомощи такого не произойдет, но в нашем мире случается всякое, поэтому я очень прошу, люди, которые меня знают, которые мне доверяют, которые со мной работают, которые имеют такие же четкие патриотические позиции, во-первых, прийти на выборы, во-вторых, проголосовать за самопомощь, а в-третьих, это позвонить своим друзьям, знакомым, родным и сообщить, что ваша Далия Северин — это и есть Татьяна Скабровская, и она баллотируется по 16-му городу от Черемушки, там я вот сейчас с людьми возле кинотеатра «Москва», и люди говорят: у вас лицо знакомое. Я говорю: я Далия Северин. О, все, мы о вас знаем. То есть очень важно нам всем проделать вот, вот такую работу. И тогда я смогу перед каждым своим избирателем отвечать. Вы знаете, меня очень легко найти, у меня постоянно, я постоянно на связи, и каждый человек может высказать свои пожелания, свою критику, свои идеи, и тогда у вас будет свой доступный депутат. Какие должны быть пожелания? Вы знаете, у людей достаточно обманчивое мнение, что вот депутат должен ворота поставить, депутат должен продовольственный паёк дать, но не в этом же суть работы депутата. Я с вами согласна. И ворота, и крыши, и все остальное я называю гречкой. Но я верю и робко надеюсь, что все-таки время гречки прошло. Люди стали умнее, и даже очень... Жилые люди, они понимают, что депутаты, а вы знаете, что в большинстве своем в депутаты сейчас идут люди, которые там уже отсидели не один срок депутатский, они обязаны были это делать каждый день, не только в преддверии выборов, это раз. Во-вторых, люди принимают эту помощь, но голосовать они будут по совести за прогрессивные, за патриотические партии. И мне приятно огромное количество людей старшего возраста, которые нам доверяют. Но надо понимать очень важный момент. Вы знаете, мы с вами одинаково мыслим. Я ловлю ваши мысли. Я могу сказать одно, что очень сложно будет менять систему. Очень.
Но мы к этому готовы. Мы не партия, которая кормит и жалеет. Мы партия, которая с помощью людей меняет нашу общую жизнь. Я с помощью одесситов помогла огромному количеству солдат. И мы не ждали мессию, который придет и поможет этим солдатам, потому что до сих пор его нет. Но ваша предыдущая деятельность говорит о том, что людям необходима мотивация. Они объединились, потому что они видели, ради чего они объединяются. Аналогично необходимо аналогично людям здесь, конечно. Объяснять, что мы, ремонт – это наша с вами деятельность. Однозначно, я с вами согласна. Очень много вопросов мы можем решать сами. Знаете, есть такая украинская приказка: не проси у Господа Бога те, что ты можешь сделать сам. И это отличное руководство к действию. Очень много вопросов мы можем решить сами. Нам не нужен какой-то правитель, которого мы можем никогда не дождаться. Мы можем внести свои усилия. Вы знаете, я несколько лет назад я сделала фасад своего дома. И я поняла, что я хочу, чтобы это было красиво. Я хочу, чтобы, приходя домой, я видела, что это здорово. И я начала это делать, и это начали делать мои соседи, и наш дом отличается от соседних, например, да? Я хочу говорить очень много, но хочется больше делать уже. Вы понимаете, то, о чем вы говорите, это имеет колоссальнейшее значение, хотя бы потому, что пересечные граждане, сидя у экрана, думают, ну как же я возьмусь и за фасад своего дома или за лестничные проемы. По факту здесь имеет значение, наверное, и управление городом. Да, и вот эта система грамотного управления города должна быть выстроена. Ну, сейчас инициативная группа и представительство партии «Сампомощь» в Одессе, а именно наша команда, мы сейчас работаем над планом развития Одессы, мы ищем новые перспективы, новые способы, мы ищем те сферы, которые могут стать, развив которые, мы можем получить новую обновленную Одессу. Где же эти точки прорыва, которые позволят Одессе, благодаря вашему стратегическому плану? Я могу сказать, что все кандидаты в депутаты от партии «Сампомощь», они имеют какие-то свои сильные стороны. Кто-то занимается проблемами экономии энергопотребления, да? Кто-то занимается вопросами ЖЭКов, кто-то занимается безопасностью дорог. Я вам могу вам сказать на сегодняшний день, что я лично вижу создание, скажем так, Одессу как туристический город надо развивать и делать это качественно и креативно, потому что то, что у нас стоят бабушки на ЖД вокзале и с табличками «сниму город», «сниму», «сдам квартиру», это не туризм. Туризм, он совершенно иной. Это новые подходы, это условия для того, чтобы люди хотели сюда ехать, могли сюда ехать. Я считаю, очень важной проблемой предпринимателей. Я устала слушать о том, в каком ужасном положении наши предприниматели. Мы должны создать предпринимателям условия, но самое важное... Я позволю себе все-таки вас перебить. Дело в том, что предприниматели или так называемый средний класс – это есть основа любого общества. Конечно. Это аксиома. Тем не менее, это аксиома от чего-то, от правительства к правительству, от реформы налоговой к другой реформе, опровергается. И этот самый средний класс, к сожалению, вымывается либо из страны, либо вообще скукоживается, исчезает. Я с вами абсолютно согласна. Есть разные направления развития Одессы, и я могу сказать, что предприниматели, на самом деле Одесса и предпринимательство, мы уже воспринимаем как слова-синонимы, это правильно, но у нас не созданы какие-то нюансы. Вот давайте возьмем Львов, там для айтишников, для компьютерщиков, для программистов созданы шикарные условия работы. И недавно Андрей Садовой на своей страничке написал, что если вы живете в любом городе и вас не устраивают какие-то условия, приезжайте во Львов. Почему? Потому что эти программы продаются в мире за очень колоссальные деньги. Это приход, это налоги, это приход денег в регион. И, конечно, стоит создать условия для тех же компьютерщиков, которые потом, вы, наверное, знаете, действительно недавно продали программу за 150 миллионов долларов. И это колоссальные деньги. И если таких компьютерщиков, программистов будет очень много, то мы уже изменим лицо Одессы. У нас будут деньги делать фасады домов, делать дороги и все остальное.
остальное. Мы знаем, что сейчас проходит децентрализация, и в регионах будет больше средств для того, чтобы, скажем так, менять лицо города к лучшему. И к нам, я надеюсь, и туристы будут ездить больше. И я мечтаю о том, чтобы Одесса стала центром интеллектуальной элиты. Я мечтаю о том, чтобы легендарная Одесса обрела новые легенды, это, чтобы у нас были новые герои, новые звезды, всемирно известные в разных сферах. Меня очень беспокоит уровень образования в Одессе. Вы знаете, у нас так много вузов, и так хочется, чтобы мы выпускали уже не только выпускников, знаете, но и специалистов. Да, вы знаете, вот я всегда говорю, что очень часто мы думаем о том, что путаем понятие профессионал или отличный специалист и просто выпускник, и почему-то у нас все больше и больше просто выпускников. Этим вопросом тоже надо заниматься. И в нашей команде есть люди, которые, как говорят, на этом собаку съели, поэтому это их темы, это мои темы, это близко нам всем, наши дети, наша молодежь. Я хочу, чтобы мы жили в городе, где вы не будете переживать, где будет работать ваш ребенок после института. И я хочу жить в городе, чтобы вы не думали о том, что вашему ребенку надо куда-то уехать, чтобы жить лучшей жизнью. Я хочу создать условия, чтобы наши дети и мы сами жили здесь в таких условиях, чтобы говорить, когда говорили, что мы из Одессы, здрасте, то люди понимали, что такие ребята добились того, что Одесса стала звездной. Замечательные слова говорит нам Татьяна Скопровская, и я так думаю, что если мы любим город, то мы начнем делать что-то для этого города вместе с такими зажигательными людьми. Итак, я благодарю Татьяну Скопровскую, кандидата в депутаты в Одесский городской совет от политической партии объединения «Самопомощь», которую все одесситы знают как Далию Северин. До свидания, до новых встреч. We'll be right back.